Невозможно, невозможно. Все сам интернет все доказывает сообщество. Поэтому работают над созданием детского безопасного интернета. Надеемся, что удастся это создать. Если будет такой детский безопасный интернет, тогда да. Совершенно это гарантированно. Можно обеспечить доступ только в него. Интернет сообщество работает международно. Поэтому я знаю об этом. Если будет такого рода ситуация, наверное, мы в данном случае, тогда вообще все это обойдем. Сфера непростая, сфера сложная. Никакой у нас быстроты здесь не было. Это только непосвященные люди знали. Интернет-сообщество, и вот особенно их лидеры, все они это все прекрасно знают. Все прекрасно знают. Потому что мы с ними, я только на этих форумах. За последние полгода их 6 проведенных гигантских. Так что это не правда. И я надеюсь, что Википедия не будет заниматься таким шантажом и блокировкой, спокойно будет работать и откроется, потому что на самом деле без нее неудобно. Вы наоборот даже, Википедия закрывая, я как законодатель, да? И не просто законодатель, я всегда всю терминологию сверяю, иногда какие-то новые термины. И очень удобно. Википедия всегда быстро выбрасывает даже первичный термин. Скажу, для науки, четко для законодателя это недостаточно. У меня должен быть жесткий источник, это, как правило, закон. Но для понимания, что это и как может трактоваться, очень удобно. Это правда. Поэтому на самом деле хороший ресурс и совершенно безобидный. Это я знаю, просто дополнительно. Не знаю, как вы появились, наверное, так, ну не знаю. Кажется, что всегда. Как интернет кажется, что был всегда. Поэтому мне очень жаль, что получилось. Я надеюсь, что это все-таки недоразумение. И кто-то, скажем так, воспользовался и подстегнул, потому что те вопросы, которые мне задают очень многие журналисты. И про пропаганду вообще даже слова нет закона. Запрет там пропаганды. Вообще, то есть все спутано. Про прекурсоры, что там марганцовка и так далее попадает. Нету этого. Не прекурсоры. Про вредоносную информацию, даже термина такого, опять же, нет. Никакой обтекаемости. Как раз очень четко. И только три вида выбранной информации, которые я вам назвала, и которые сформулированы, в общем, в интернет-сообществе самой науки. Спасибо. Пожалуйста. Поэтому не надо этих страхов и опасений. А Википедию приглашаю, пожалуйста.